Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере мукаллит муармсет. А мы сегодня снова ездили в магазин и опять закупились. Сегодня обзор продуктов на канале. Побольше взяла фруктов сегодня. Хочется такого чего-нибудь, знаете, зелененького, свеженького. В общем, сейчас покажу. Ну, как обычно, жизнь обычной семьи. Магазины, готовка. Ну, в общем, все как у всех. Как мне не перейти на систему, чтобы заказывать домой, чтобы привозили, чтобы не ходить, не грузить все эти вот эти сетки, продукты. У мужа агитирую, давай все закажем. Никак мне не перейти на заказ, чтобы привозили это все домой. Муж говорит, что давай, а потом с другой стороны, ну вообще тогда будем только сидеть дома. И так-то гиподинамия, так будет еще больше. Так хотя бы в магазине походили, что-то там пошуршали. Так, что тут я вижу? Такое сразу, чтобы легко. Печенье к чаю. Так, значит, морковка. Просто сейчас посмотрю сразу, где тут цены. Морковь 39 евроцентов за килограмм. Я на 50 центов набрала. Морковь отличная. Часто, почти каждый день натираю на терке с растительным маслом вот эту морковку. И цвет лица, знаете, и витамины. В общем, так это... Любим морковный салатик, такой на мелкой терочке. Ой, вкусно. Слив взяла 3 евро 99 центов за килограмм. Все наши цены в евро. Если хотите переводить, переводите по своей валюте, чтобы знать, что у нас здесь и сколько. Вот, на 4, ну почти на 5 евро набрала килограмм с лишним. Вот такие вот сливы, мягенькие. Хочется чего-то зеленого здесь. Так, ну, много их так, хорошо. Так, что-то еще из фруктов я взяла. А, киви. Киви тоже. Почти килограмм. 2 евро 39 центов за килограмм. И здесь на 2 евро 25 центов. Сразу по мере убираю половину в холодильник, а то мы здесь вам сейчас зашьемся. Так, лук репчатый мелкий. Я говорю, как будто луковицы, тюльпаны сажать. Господи, как второе полугодие года, вечно лук какой-то не лук. Ну, хотя бы он крепкий, но вообще он мне не нравится, конечно, мелочь. Мелкий лук и 36 евроцентов за килограмм. И здесь на 90 центов 2,5 килограмма мелочи. Так, еще картошки набрали, сюда я ее, ну, не выложила, сами понимаете. Чек опять вот такой длинный, я иду по нему, потому что иначе путаюсь. Евро 79, мужу захотелось холодного копчения красной рыбки на сепик, на булочку утром с кофе. Захотелось ему, и все здесь. Евро 79, взяли две штуки. Евро 79 сосиски с сыром, в которых 80% мяса, так пишут. Свинины 80%, вода, сыр 8% и так далее. Иногда выручают или утром на хлеб горячую, или совсем вечером куда-то забегались. Тогда вот собачьи лапки на сковородку, сосиску с каждой стороны, не прорезая до конца, на 4 части. Ну, знаете, да, собачьи лапки. Вот, и тогда они могут выручить, иногда бывает спешка. Далее по чеку губки евро 19, 2,99 женские прокладки, нам их тут много надо. Селедка евро нету, 99 центов, 90 даже центов, 99 центов все-таки. Такая подкопченая селедка филе. Я ее или кусочками в банку, и лук колечками сверху и в холодильник. Или проворачиваю с луком через мясорубку, и тогда хорошо. Солененькая там даже к винегрету, может быть, или еще куда-нибудь, даже ребенку что-то. Ну, соленое такое, со сметанкой чуть-чуть, типа паштета. Таких взяли мы 4 штуки. За 3 евро 89 центов взяла печенку. Давно не брала печень. Печень беру только говяжью. И делаю из нее соус со сметаной. Проворачиваю через мясорубку. И у нас такой получается жидкий соус. Ну, типа паштета буквально такой. Но только жидкий, как бы, чтобы вы поняли. Вот. Это хорошо поднимает гемоглобин. Поэтому
Очень даже неплохо. Сама с детства вот не люблю, к сожалению, печенку. Кристину и мужа кормлю. Кусок сыра Маздаммер 10 евро килограмм, 11. Здесь на 3 евро. Так, и знаете, иногда утром с кофе вот так вот режешь ножом. Мне нравится, он вкусный. Прям без булки, без всего, просто кофе. 3 евро 89 центов стоят длинные огурчики эстонские, свежие. Вот взяли один огурчик. Кефир Гефилюс. Сегодня взяла интересный, взяла мята с яблоком. Сама мяту совершенно не люблю. А Кристина, кстати, любит такие вот для нее новые вкусы. И муж мяту любит, и мама, кстати. Все любят мяту, кроме меня. Евро 35 сливки для приготовления. Ну, чтобы что-то приготовить, да? Не в кофе, в смысле. Вот это для готовки. Готовить мы с вами кое-что опять будем, поэтому эти сливки нам с вами пригодятся. Я взяла их не просто так, я никогда не беру просто так продукты. Ну, всегда с какой-то целью. Если сейчас на заднем фоне что-то шумит, это у меня стиральная машинка. Прошу прощения. Если вам громко, то я не виновата, это она. 2 евро 29 центов, 8 маленьких круассанов, посыпанных, наверное, шоколадом. Ты разобрался, Маркиз? Ты разобрался в сетках? Вот, это значит, сразу их кладете, немножечко они растаиваются и печем. Такие я еще не брала. Это для меня это новинка. Вот попробую, что это такое за... И это вообще даже не та фирма, которую я привыкла брать. Посмотрим, что за круассаны. И за 2 евро 59 центов вишня, как бы с таким кремом, знаете, как в московских булочках. Вот такие тоже булочки. Здесь 100% масла входит в состав теста. Тут что-то я про это не читала. Ну, в общем, как-то так. Это, знаете, хорошо вот так испечь. 2-3 штуки с вечера. И ребенок утром может встать в школу, сделать себе какао, съесть пару булочек и идти в школу. Самостоятельно, чтобы собираться, чтобы не я не каждый раз не скакала тут и не делала завтрак. Обычно я всегда встаю, всех кормлю. Кристину, в смысле. Вот. А это она может сама вставать, сама все делать полностью. Убрала их в заморозку, а то они у нас с вами здесь тают, эти булочки. Евро 0,9 паста. Ну, макароны, в общем, полкило. Такого рода тоже никогда не брала. Сегодня что-то взяла такого новенького для себя побольше. И евро 19, эти тоненькие вермишельки. Я часто использую их, например, там в куриный суп. Вот обычно, почти всегда куриный суп я бросаю горсть вот этой вермишели. Так, здесь уж кто это у меня около сосисок, около печенки? А? Что это здесь за фокус? Здрасте, пожалуйста. Печенка, ну конечно. Так, 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 так. Ага. И сыр, ну да, все, что ты любишь. Хлеба два взяли, такого вот 95 евроцентов. И о, этот хлеб бездрожжевой. Бездрожжевой и ржаной. Таких тоже два взяли. 2 евро 55 центов. Красные апельсины. В пакете прямо. Красные, в смысле, они внутри, когда раскусываешь, они красного цвета. Здрасте, пожалуйста. Здрасте, пожалуйста. Да, мяу. Мур-мяу, конечно. Так, значит, вот такая сеточка апельсинов. Красных апельсинов. Картошка, кстати, по 45 евроцентов. Такая, ничего, картошка. 75 евроцентов сливки кофе. Это уже просто 10%. Это уже кофейные сливки. А, кошачьего корма набрали. Ну, там все что-то примерно 2 евро, что ли. Поэтому он здесь и прыгает.
Да, здесь корма много. Шебу взяли. Все, что были подороже, все и взяли. Я не знаю. Вы все говорите, что это все не то. Ну, такое, такие. Я все постаралась взять, которые с рыбой, потому что они как-то рыбу больше любят. Всякие разные, в общем, для кастрированных котов. На это вот в туалете была около 2 евро. Две штучки такие, как я их называю, вонючки в туалет. В унитаз крепится. И, ну, знаете сами. Такие синенькую, розовенькую. Масло по 99 евроцентов. Маркиз, что ты здесь делаешь? А? Ну-ну. Масло по 99 центов. Сейчас это тоже в пироги, в готовку. Сливочное масло 82%. Не знаю, мне нравится. Нормально. Особенно для готовки вообще отлично. Свекла в томате, в этом не в томате, а в вакууме. 75 евроцентов. 75 центов свекла. Ты представляешь, дожили до чего, а? Свекла. Вот она уже в вакууме, чищенная. В смысле, не уже в вакууме, а уже чищенная, вареная и чищенная. Господи. Ну, ты чего-то ждешь? Да, ты тоже хочешь сказать слово? Хорошенький, хорошенький. Так, молока вот там взяли, тоже молока много, по 49 центов, 2,5%. И кисель за евро 69, молочный. Ох, как же Кристина его любит. А ты любишь молочный кисель, а? Любишь молочный кисель? А? Так, мы обозреваем или нет? Все, Маркиз, не разбаловай меня. Я сейчас тоже вся так размякну под твое урчание. Вот этот ванильный молочный кисель. Ой, как Кристина его обожает. Господи. Так. Ой! Маркиз, я на тебя села. Почти что. Вот что ты делаешь? Ты мой стул занял. Уселся. Я сейчас бы чуть на тебя, вот буквально, но... Господи. А мне куда сесть? Мне куда сесть? Это что это такое, а? Мы работаем или нет? Мы снимаем видео или нет? Или мы будем баловаться? Не трогай мою сумку. Что это такое когтями? Ой, так. Стоять буду теперь, да. Вот такой ты воспитанный. Да. Угу. А хозяйка постоит, да? Это что же это такое, а? Это что же тебя выворачивает, а? Это что же это такое? Так, дальше. Ты меня сбил, теперь я не помню, что мы здесь с тобой смотрели. Сейчас вы, конечно, я уверена, уже слышу ваши возмущенные, осуждающие голоса, потому что вы увидели бульонные кубики. Да, простите меня, идеальные люди. Я иногда пользуюсь для усиления вкуса, могу воспользоваться, да, каким-нибудь овощным или грибным. Покупаю их редко, но они у меня всегда есть в запасе, если что. Ну, они дешевые. По 5 евро примерно килограмм на развес взяла к утреннему кофе печенье. Да что же это такое, Маркиз, ты меня сегодня толкаешь и не даешь ничего мне снимать. Вот такие они на развес, но 4 евро, 4 штуки в пачке. Песочные такие печенья, и там внутри, я не знаю, что внутри, варенье какое-то, что ли. Да, вот такое. Вот таких кофе к утреннему. И не только, а еще, по-моему, марципановый батончик где-то был. Ну-ка, давай искать. Маркиз, ты все перекрыл меня, все перекрыл. Мне даже не подойти. Ну, а вот еще эти для чистки труб. Вы знаете, что я часто люблю, да, просто профилактически засыпать. Сколько они это стоят. Сейчас найду в чеке, тогда скажу. А марципан, такие вот они, это хорошо для сувениров увозить из Эстонии. Я взяла разных сортов, чтобы вам тоже показать. Марципан классический, марципан тоже, наверное, классический, обычный. А есть с добавлением ликера Ванна Таллин.
Вот, прям, смотрите, вот такие разные-разные эстонские, но это прям сувениры. Я часто в Питер вот вожу такое, это очень любят, когда везешь на подарок такое. Ну и вообще местные тоже очень любят, это очень вкусно. Где-то примерно по 80 центов, так вот, евро нету этот батончик, но они маленькие такие, по 40. Ну что, смену сдал, смену принял, ждешь, пока стиральная машинка отработает. Ну, сиди, сдавай смену. Не, ну ты сегодня балуешься определенно, конечно. Определенно баловство. Что такое, а? Что такое сегодня? Ловишь собственный хвост полдня. Так, из хлеба еще был сепик за 65 евроцентов. Ну, полезная булка. Классический за 90 вроде или 85 центов. Так, досконально тоже не это самое я. Маркиз, ну ты меня сегодня смущаешь, я прям не спал. Вот, это типа белые булки. За 45 евроцентов мармелад, это творог с мармеладом. Заметили, на моем столе нету ни единого десерта для Кристины. Помните, как у меня было, да, еще совершенно недавно, весь стол уставлен этими десертными баночками, большими, маленькими, всякими разными, ни одной. Мы полностью ушли от этого. И она с большим удовольствием ест обычный творог с мармеладом, без мармелада всякий, с творог со сметаной. Вот и все. И больше этого сахара мы не едим. Ну как, Кристина не ест. Мы отучили. Значит, все-таки все возможно. $0.95 стоил этот большой белый хлеб, как бы. Вот его хорошо с этой, с красной рыбой. Ну, это соленого, копченого. Пошиба. Яйца 99 центов, взяла 20 штук. Неплохие такие. М, конечно, но L, которые были, они сразу были евро 60, а эти даже евро нет. И тоже не, ничего, приличные. 20 штук. Лук на евро 70. Большую пачку. Лук мы едим. А вот эти 59 центов стоили, которые я сказала, что найду в чеке и скажу вам, Золушка это называется. Боже мой, а я-то думаю, кто я дома? Каждая из нас женщина, она у нас Золушка, правда? Девочки сейчас со мной согласятся, мальчики хмыкнут. Прям слышу, как вы хмыкаете, да. Так, и еще вот это вот, тоже как рубки сепик, только уже из печки, прям там 85 центов. Вот такой мягенький. Так, это тоже на утро кофе. Так вроде я, в общем, все-то и показала. Сейчас скажу вам общую цену. А вот еще эти салфетки с мицеллярной водой для снятия макияжа. Вот этих тоже взяла еще. А сколько они стоят, я их даже и не вижу. Что-то такое около 2 евро, по-моему, они были. Не то 2 с чем-то, ну, в общем, не столь важно. И обязательно из рубрики я что-нибудь забыла показать. Евро 50, вот такая скумбрия горячего копчения. Рыбы хочется, не хочу это все время мясо, рыба. Но ее здесь так мало, 175 грамм. И, кстати, вот этот кефир, который мята с зеленым яблоком, в кружке имеет нежно-салатовый цвет. И сыр еще, естественно, забыла, не показала. Уже натертый, удобно, знаете, в овсяный блинчик или куда-нибудь так вот для посыпки, чтобы там не стоять, ничего натирать. Он был 3,60 вроде. Но здесь и полкило, он такой большой пакет. Очень удобно. Я люблю, чтобы у меня дома было и кусковое, и вот так вот сразу посыпать, чтобы ничего не тереть. Ну и по традиции чек 106 евро стоила вся эта гора, которую я вам так долго рассказывала. В общем-то и все. А если идти за мясом, конкретно там на суп или на жарку, то это, конечно, лучше в гроссе магазин делать, идти туда. Тут я как-то, ну вот, печенку взяла, а на суп так особо здесь-то и нечего. Ну вот, в общем, и все. Спасибо, что смотрели нас с Маркизом. Он мне очень помогал. Очень. Помогал.
Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения. Побольше позитива и поменьше негатива, мои хорошие. И у нас теперь новая традиция. Я как здоровалась на эстонском, теперь буду прощаться с вами тоже на эстонском. Kõike head, head aega, homseni.